субботу в Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой снег, днем минус 8, минус 10 градусов, ночью 14-16 ниже 0. Ветер северный 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем минус 7, в темное время суток минус 16 градусов, северный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти на небе тучи, небольшой снег, в дневное время минус 8, ночью минус 15 градусов, северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, днем минус 9, ночью 15 ниже 0, северный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.